Блин, реально в форме мазута одеты, блядь. Мазутный экипаж. А с колесами не бегали по плацу, блядь? Господа технари, выйдите на мой кого. 328.1. А мы на твоем КВ, у нас не настраиваемая частота. Там просят пропустить БТР, кстати. Бля, барыш тут, нет? Да. Ой. Бля, мне еще 5 колопов, сука, защипала. А чё? Два УАЗика проедут, невооруженные, без этих. Пацаны. Ну ладно, пусть едут. Чё-чё? Ребят. Чего? Вову карту запалил случайно на стриме. УАЗик там проедет, мы их пропустим. Кто запалил? Ну там есть. Сова. Нет, там есть сильно-сильно замедлить, я сейчас карту типа на стриме открою. Ты Вову. не стримопаль. Ты бы да. Ну типа стримовал он за нас. Ну и что, бывают микромоменты, ничего страшного, господи, блядь. Кто нахуй смотрит? Я. Он что-то много информации получил. Не, ну это же союзник как-никак. Был бы враг, еще интереснее было. Все страшно. Обычный солдат, я думаю, мало что могут вытянуть из снайпинга. Максимум там КС или еще кто-нибудь. Саш, пиксель. У меня, блядь, на коробке на этом, на КПВТ написано на арабском, короче. Какого хуя тут на арабском? Пропусти, не забудь пропустить. Да я стою. Там должен проехать какой-то УАЗик не маркированный, потом. Это гавашская трофейная техника, которая у арабов подрала. Давайте мы проехали. Они вроде проехали. Ждите, нет, ждите. Ждем. Три, да, все, проехали. Двигайте. Че-че? Двигайся, давайте. Кого убить? Рядового членососа убить там? Я забыл. Умею, практикую. Да-да-да. Пиксель, пока прямо. Следующий перекресток только потом будет. Налево тоже. Это, кстати, меня даже убить не смог в первый раз. Я знаю. Только по стрельбе, блядь. На полигон, блядь. Короче, я теперь чтобы в магазин. Чтобы руки все в крови были, блядь, чтобы стрелять научился нормально. Вплотную. Я теперь в магазин. Только ты упал. Какая у тебя анимация? 40 километров. Пиздец, печально. Две пульки в акции. Две пульки в акции. В упор. А ты меня 10 минут убивал. Да. Вообще, кстати, странно. Разве бы это... Это что, максималка, что ли, блядь? Да, это максималка. А вот здесь же та же идея, да? Ну, в городе. Сейчас на шахте. Мы, походу, контрабанду везем. Крымов мы везем. Мы целый полуостров везем, прикинь. 43, вообще смешно, блядь. 40, 50, во. Нормально, уставший бэтр, блядь, ж воевал, блядь. На двух цилиндрах, на одном дышке. Ну да, 70, да, сука, я так не могу, не ездил. Если не собьёт тушеный, не ездил просто. Я же говорю, что его этот самый два раза отбирали в стороны, если здесь арабский язык где-то. Но... Он может не на бензине, на нефти едет. А, ну масло пробивай, сейчас в разнос пойдем, блядь, ага. Нет, когда на тепловозе у нас тепловоз в разнос пошел, это было весело, блядь, сколько воя было, нахуй. Огонь шел из трубы? М? Огонь из трубы шел? Конечно, там пламя метров 5 было, как турбины там. Я блядь. Видел один раз эту хуйню издалека, блядь, я охуел. Все как муравьи бегают вокруг, а сделать ничего не могут. Мы топливники заглушили, и воздухозаборники затыкали тупойками. Он заглох и просто как пламя такой обратно и все. Ловос уже в депо, там все клапана загнуло, там всему пизда пришла. Если тут поворот, это должен быть. Нам на него, налево. Здесь происходит знаменитая супер миссия тачка. Не сворачивай. Да, я тоже чуть вспомнил ее. Бейформа тоже самое, которая играется 10 лет уже, блять, да.
А всего лишь надо изменить населенный пункт, и будет новая миссия, блядь. С теми же задачами, с теми же оружием. Если ты чё, скорость? Тебя передачи на этом бросаешь, блядь? Может там передачи надо включать? Да, ну, кручу из всех сил. 19 километров в час? Ты shift поджимаешь? Да я уже не отпускаю его. Да а ладно, ребят, не грешите на бетер, тут с вами сверху взят два бойца, бля, по 120 килограмм, блядь. Понимаю. Бармаглот-то Урал, блядь, поэтому... Кто едет, уже ладно, блядь. Да-да-да. Так что это нормально, блядь. Это самое смешное, что КамАЗы-то так же едут, походу. Смотрю назад. Так КамАЗовский движок ведь вроде бы, нет? Два зеловских движка. Мы проехали перекресток 11, сейчас находимся в районе правого поворота. Нет, они просто колонны держат, нормально. Не спешите, едем, что на войну, умерите, да успеем. Ой, лагает, блядь. Бля, КамАЗ прям в нас въехал. Там уже война пошла, судя по всему. И начнется, мы в авангарде первый день. УАЗики там АГС ходят. Поворот, по идее. Вообще первыми идут эти амитрины. Они идут как пушечное мясо. Мы уже будем добивать. Я имею в виду в колонии. Mm-hmm. Короче, тут... На канале тут написано... Погнали. Сфера последних событий, да, у меня ускоренное употребление, блядь, произошло. Надо глизерной продукции, блядь, поэтому... Тут если открыть мак... Я теряю контроль, блядь. И посмотреть слева вверху, тут написано Vox 160 Best Mission 1.0. Мы на самой лучшей миссии вообще. Если что-то я тебе не верю, нахуй. Там кто-нибудь за нами едет, кто-нибудь видели, с такой же скоростью да, едет? Да. Они держат колонну. Цифра на дальнометре по десяткам метров. Ну, у меня здесь на командирском. По человеку 2,7. Фу, какой человек 2,7. Очень крупный человек 2,7. На связи. Ете. Нет, это танковый рост, блядь. Чуть южнее правого поворота. Скорость маленькая. Барн, ты вроде раздетый. Я помню. Мы же говорили. А, понял. Скоро спуск начнется, Пиксель. Даже после того холма. Мы должны ускориться. Но... Здрасте. Где там тормозить-то? Забор покрасьте. Посмотрите, сколько цилиндров вообще в БТС в движке, блядь. Может, вас половина отъебнула просто. Где у нас пистолет? 12 должно быть? В общей сложности. Или 8, кто знает. Два движка зеловский, по-моему, да? Лев, справа. Ой, блядь. Ой, блядь. Настроение у меня испортилось, блядь. Предыдущий гвен. Только полпути проехал. Нужно сказать, после армовской комьюнити получил еще одного восприятия рандомщика. Как говорится, напад... Это самое... А пизжу, почти приехали, на точку высадили. Опасность достигла, откуда ее не ждали, блядь. На точке высадки. Федерасом стало больше. Один уходит на левую сторону дороги. Настроение было испорчено. На дороге пропустишь Марц 3. И вон камень на прямке. Под него давай. За него. План есть. Так, БТР, высадки да. Не будет, но просто останавливаешься на перекрестке. Окей. Так,
Кто съехал, блядь? Свои. Свои. Взводные. То есть, то есть. Ты говори нам по рации, мы тебя прекрасно слышим в рацию, чем по перекрикивать дизель. Во, для этого я им, блядь, говорил. Выдавать рации без программаторов, чтобы имитировать внутреннюю связь, блядь. Экипажа, блядь. Чтоб звук заглушать, блядь. Так нельзя, блядь. Почему нельзя, блядь? Ну да, тоже верно, блядь. Технику дали, сука, на рацию не раскошали. ТР останов. Тормози. Кумарец один на перекрестке. Чё-то КамАЗ какие-то пятнистые, блядь. Блять. Идет по пизде арма, блять. Самыми большими шагами, блять. Самой большой скорости, блять. Никто о, этого не. Как это он на крыше сидит на КамАЗе? Нет. Там люк стоит для стрелка специально. А. С каждым днем, блять. Рандомчиков педераст там все больше и больше. Опа, что-то ёбнулся. Забавно, сейчас Миг сидит на... высунулся на месте командира. Да, и, на 220 что-то едет, что это? На 230 что-то долбанул. Я тут что-то прилетело. БТР заводись. Блин, какая классная машина с КПВТ. Или это что, корд, что ли? Бэтр, двигай за УАЗом. Нам перенесли высадку на Тимур-Калай. Это следующий город. Человек спереди сидящий, ты тоже голый. Взводный, у тебя на стрелке голый человек. Курган. Ау. Ты заебал, хочешь изменить мир, начни с себя, вы. Че, я тоже голый? Нет. А к чему-то вопрос, блин? Ну попытайся одеться, блин. Не знаю, чувак с бинокль, да, перед тобой голый тоже вижу. И я голый, я знаю, но я жду, когда это можно. А к чему ты долбанул-то? Блять, ну что так, расслабься. Ну как бы заебал, ты всем советом просто, просто правда жизнь. Да похуй, забей хуй. Смотри за своей формой, да и все. А он свой-то как раз и не увидел. Так, а как я Дэву вижу? Не знаю. А значит, ответственного бармаглота за свою форму, чтобы он ну глюки, глюки, бывают, что-то, ну что такого. Увидят, доложат, скажут, оденется, блядь. Я так, чтобы знал, пацаны. Не журите. Да он через секунду опять будет, блядь. БТР, заводись. Ну, бар, сидел нормально, бы, я встал, блядь. Не держись с правой стороны дороги. БТР, стоп. 20 километров. Сейчас нас будут принять КамАЗы. Продолжай движение. Бля, парни, мимо нас сейчас тот самый чувак проехал. Который этот ёбаный лаучер вёл на Тушину. Ты как узнал? Который чего? Лаучер на Тушину, блядь, прикрути его. Тушинский. Ну там Виллис. А, он самый. Это ну Виллис дал... постоянно хуй. Блять, ну у меня это имя проехало
Велес ДЕ, блядь. Да, не, Велес постоянно играет, я его периодически не вижу. У нас тут на русском БТР какая-то латиница. Братан, это нормально, это для арабов. А, да, у вас это так, экспортный вариант. Это древнеславянский. Эти, рунами написано. Помню, мы 14. Руны. Он много раз этот самый переходил из рук в руки этот БТР. Потому так медленно едет. Да, уставший, блядь. Повидавший многое. Повидавший многое, да. Ну мы эту всю дорогу едем в гору, если что, поэтому. Может я попробую? Может я его разгоню? В смысле, как? Занят полками? Там качом? Ну, я не представляю, если педали получится, что у тебя оборотов 2000 всего лишь. Меньше даже. Все, мы в горку едем, парни. Если это отпустим, мы же ехали в горку. Он по скорости, как КамАЗ, примерно, должен. Странная хуйня, ладно. По прямой, блядь. А мы одни, один БТР, или еще едем? Один. 15 километров, блядь. Один БТР нас взбудет. Да, я вот не помню, на 60-ке или на 70-ке, когда двигатель был. На 70-ке 2 точно, блядь. Да, сейчас точно. Спецназ ездил на одном движке всегда, бля. Второй никогда в жизни не работал, бля. О, блядь, понятно, нахуй. Слушай, если скорость меньше 10 км в час, пониже мне лучше. 15 км в час. Не, это еще рано. Если меньше 10-ки не пойдет, давай пониже. Не слушай. А тебя на первой миссии еще это. Зачем приступить? Да, 8 цилиндров на БТР, я сейчас читаю. Че? Не, я Мига спрашиваю. Миг, ты меня слышишь? Максимум оборотов 3550. Двигатель бензиновый. Максимальная скорость. Сколько цилиндров? 4, да? На одном. 8 цилиндров. Двигатель, один двигатель, 8. Двообразная восьмерка у него стоит. Получается бензиновый, да. Блять, горит-то какой хорошо. Рекомендованное топливо бензин. Ну, забрать. У них дизель стоят. Нет, ребят, нет. Нормально. Скорость по пересеченной местности 25-30. Максимальная скорость по шоссе 80. Так что. Тем более еще где так... заправлялись-то, блядь. Там где девайсы бензин заправил разбавленный, если на мочу, блядь. Не, ну там вот бензин А76, ебать, я даже не знаю, такие современные... Я помню такие бензин, ты чё, москвич 412 ездишь, не знаком. Что самый ходовой был, ептать. Да, самый ходовой. Что самый бензин был в своё время? 76, ебаный. На нём ездил всё, блядь. Да-да-да, потом он 80-ку ушёл, помнишь? Двигатель спаренный, карбюраторный, бензиновый, блядь. Вот спаренный двигатель, два движка, да, у него. Я говорю, на спецы, блядь, на одном ездили, блядь, постоянно, блядь. Я второй никогда в жизни не работал, блядь. О, поехали. Все, держи тормоза, включай, сейчас у пиздец, блядь. Ну, пневмо, по-моему, тоже посчитать тормоза. Тормоза. Охуй, якорь выбросишь. Марц 1 подъезжает к Тимур Хаваю. А, блядь, пневмо, это что значит? Как на зеле на 130-м, блядь. Время от времени надо нажимать кнопку, он с ним это, с пневмо спускает, блядь, воздух. Чтоб не разорвалось система. Там папа нас стоят. Шипы, блядь. Я, конечно, понимаю, но то, что ты развил до 90, может, не надо. Я торможу. Блять, скорость. Мне сейчас сдуть с брони, барыч. Только держи меня, блядь. Я все у тебя держу за шварни. Хорош, блядь. Ты что сказал, там 120 километров сдуть-то, блядь. Мы приезжаем к Тимур Калай. На повороте поворачиваешь направо. Окей, понял. Так мы что, реально в тачме играем, что ли? Направо. Расскажи, на какую точку двигаешься? Чуть южнее точки берел 1, ВП 1. Понятно.
Сейчас будет поворот направо, блядь. На второй армии еще здесь, на тушь играли заебательские миссии, колонна, блядь. Если по дороге не скажи. Да, колонна, да. Вот на этом повороте, блядь, такие засады постоянно были, блядь, пиздец. Где на тушь? Вот прям на. Нет, на второй. Вот прям на этом повороте, блядь. Вась, а на третьей армии в этом же месте миссии были, помнишь? Эти тюбаные как террористы, смертники. Где-то здесь, в этом месте. Так это про тачку не говорят, не? А, да. Говорит, кварц 1, теряем связь. Там где спиздить надо, Сингера. Агрессор. Если что, пускай... Мы уже проехали. Сейчас будет перевал, Сарисан, по-моему, должен. Что? БТР? На рандар. Акса лучше в БТР, он может уходить больше, чем... Сарисан в другой стороне, на севере. Ну, значит, какой другой перевал, блядь? На рандар. А, ну, наверное, блядь. Господи, на тушь, насколько мы постоянно в этом Такистане пиздились, блядь. И возможные войны, наверное, тут проходили, блядь. Я вам покажу, блядь, место, где я вообще первый раз бил вертолет с РПГ, блядь. С РПГ? Ага. Восьмерочку, блядь. Задорнул я конкретно, блядь. Это как он на тебя прям вылетел или... Да летал над нами, он заебал летать, блядь. Я только пришел на тушину, блядь. Думаю, дай кастрельную, бах, ёпта, сбил, он ёбнулся, блядь. Думаю, охуенно, я обоссался. На следующий день в истории, короче, забавил. Нет, там, блядь, я был за мужикина, блядь. Не, я тут недавно ёшку у меня снапапало, блядь, просто стрелой в этого пилота и все, и до свидания. У этого, в седьмых был Сява, блядь, у него есть видос еще остался. Кстати, где-то месяца три смотрел его заново. Он 24-ку, блядь, с эмки, с одной пульки, блядь, водил его, ну, то есть пилота, блядь, ёбнул. Там же бронированная эта вся эта хуйня, блядь. Как он хуй знает, блядь. В окнах она ёбнулась у него в этом, в килборде в этом, блядь. Пилот, блядь, это 24-ка, блядь. МРЦ-1, приезжаем, нет, уберил 1 ВП-1. Принц. Какая же эта хрень долгая. Ну ты же в арму играешь, ёпта, тут всё долго, блядь. Эмулятор бега, блядь, да. В этом и есть прикол, блядь, чтобы пробежать 20 километров и не сдохнуть за... Блядь, парень, я так думаю, что где-то сейчас вот где-то ждать за эти повороты на большом насколько. Не. Там уже свои. Кварц 3 ВП 30 там уже свои, да, точно? Почти. До триггера 4,5 километра. Да, да, что дохуя, блядь. Ямщик! Открывай вторую, блядь. Пойду, блядь. Давай. Сейчас ускоримся, ребята, с холмой едем. Я ж тут. Он на первом месте очень хорошо этот БТР этих закидывал ДПшками. Я из высотки смотрел, вот ржал, как там эти учились против. Кстати, здесь можно разбить триплексом. Триплекс БТР, и он будет хуево видеть. Да. Вот, пожалуйста, поворот, посмотрите, пожалуйста, налево. Азимут 40, большой камень. Товарищ Арн решил, что он здесь круче тучи, блядь, и решил убить Шилку с автомата Калашникова. Потом его тело летело еще метров 20, наверное, на земле, блядь, после этого решения, блядь. Хуяк, кто-то чисто открывает, блядь. Вот, не знаете, что интересного, да? Карта Афганистан. Форум, по большому счету, Афганистан, да? Нахуя тень на плетень наводить какие-то выдумывать, блядь, там США, НАТО, блядь, ну сделай ты миссию, блядь, обнаймутись-то. А советская армия против, блядь, Маджахедова, блядь, чего? Это вымышленный конфликт здесь, сейчас.
А нахуй нужен лучник? На этой же карте можно... По крайней мере, это не Африка и не, блядь, с берданками бегают, блядь, в сланцах, там, в шортах, блядь, такая хуйня. Блядь, согласен, вообще вымораживают такие карты, блядь. О! Постоянно какие-то банановые конфликты, ебать. Не говори, блядь. Стране, острова добавили эти ебаные, блядь, пустые, блядь. Африканские, нахуй они посрались, блядь. Правда, родовое, да, толстый, берёжи, блядь. Вот, а чё тебе говорил? Лазу русскому человеку более, блядь, роднее, когда смотрит на березки, блядь, на деревья. Средняя полоса Российской Федерации. И там все заебатьские войны проходят. Ну хуй с ним, Такистан, не конкуренция, ладно. Мы преодолели, наверное, да? Мы будем подкать 19-ю, наверное. Минут через 30, наверное. Мы до аэропорта не будем доезжать? Ну, как вариант, нет, не будем. Да. Пармаглот откинет свой взор на левый борт. Перед вами откроется взор на большой, большой камень. Из-за этого камня дядя Вася был сбит впервые в жизни вертолет. Не последний, надеюсь. Надеюсь, да, я тоже хочу. Да, надеюсь, не последний. Не знаю, насчет последнего, но первый был точно здесь, блядь. И пизданулся он, блядь, вот за этой горой. Вижу, УАЗик какой-то едет, это наша, точно наша? Да. Да, мы против америкосов, у них хаммера. Нет, а вы спиздили их, ничего. КамАЗы-то я вижу. Говорит, мы РЦ-1, подъезжаем к высадке. МРЦ-2 и МРЦ-3. Взводный принят. Ожидаем. Дяденьки, а можно мне спешиться и трусы одеть? Естественно. Для тебя, пожалуйста. Ах нахуй, не на БТРе, блядь. Ты же дырявый старый. Кто-то сидит так неудачно перед моим прям башней. Тоже, кстати, голый. Я просто, чтобы парни в курсе были. Понятно, понятно. Вот и я понял, что ты так поздно отреагировал, бля. Вот. Какой-то человек стал похож, блин. Принято. Ух, он сейчас голый выскочил, я видел, он куда-то опять съебался, блин. Миг, тут? Начинаем движение. Где? Парни, кроме, а вот этот Амик где? С нами нет? Парни, снимал их. Если что, КамАЗ есть, догонит. Нет, ну, вообще сидит, молчит. Mm-hmm. Знаешь, ну, он на технике. По старой тушинской привычке свернут и сверху все начнется. Сейчас будет знаменательное событие, Бармаглот. Если доедем. Поворотись на ужас. Там, где дядя Вася завербовали всему пехотную дивизию, блядь. Да ничего. Отделение вот. Высадка. Эх, не доехали, блядь. Айзмо движение 340. На ПТР двигаешься за нами, метров 100-150. Нужно будет заехать в этот город. МРЦ-1 призвали выступу ближнее точки К-19. Это противник будет нагружен в строении отметки МРЦ ВП-2.
А где находится данная высота? Мы находимся на восточной 15. Не можно. Кварц главный. Скорее всего, увидите нас теперь кварц один. Кварц главный. Мы не можем подкатить БТР, он очень медленный. Он очень медленный. Он все еще забирается на гору. Движемся вдоль хребта. Да. Растянись, господа. Куда? Влево, вправо? В шахматном порядке. Второй должен быть бежать справа от меня, блядь. Эту фразу только услышал я, блядь. Ребят, в шахматном порядке, растянитесь, беги справа от меня. Марк 3, ВП-31. БТР находится на 2, 5, 4 высота. В районе ходит. Это, конечно, новая формация. Шахматный порядок, но вот слева этот нарушает. А почему не сдать? Потому что он был слишком далеко, блядь. Он не услышал, блядь, команду. Сейчас мне надо остановиться и передать им команду, блядь. Он должен бежать за мной, блядь, ровно. Ладно. Ой. Ладно, я сейчас бомбить. Буду стараться не бомбить, нахуй. Чтоб, блядь, первая игра была мрачена, блядь. Появлением на свет еще одного педераста-рандомщика, блядь. Блин, нарушены священные заповеди, блядь. Симулятора войны, блядь. Боевые действия Арма 3, блядь. В рот его ебать, нахуй. С каждым появившимся новым, блядь, педерастом эта игра и эти проекты, блядь, погружаются в эту дреснину все глубже и глубже. Уже, блядь, погружены, блядь, дальше некуда, блядь. По горло в этой, блядь, хуйне, но, блядь, еще можно, оказывается, сгубить положение, блядь. Вот это уйти, блядь, нах. Шахматном порядке. Это шахматный порядок называется. Я слева, этот справа. Дальше за мной опять слева, блядь. Ну, блядь, ладно. Молчу, блядь. Не бомбим, ну нахуй, блядь. Иди тело бегает, блядь. Ну это свой, скорее всего. Слева движок необычный, блядь. Похож на 56-ю шишигу, блядь. Воин! Шахматный порядок, это, блядь. Наконец, вспомнил. Чувствую сейчас у нынешних игроков память о куры, блядь, на 2 минуты, нахуй. Тем похуй в аквариуме могут жить, они через минуту забывают, откуда они приплыли, куда они плывут, блядь. А что за движок был, дышать?
5-19. Это масло вроде похоже. Хотя здесь какие-то ванильные игрушки, блядь. Козычки, блядь. Заберешь, блядь. Может просто я, блядь, оттенил уже, блядь. Хуя разочить не могу, блядь. Сегодняшний на К-19. ВТ за нами не пустят. Остановка. Сейчас бармаглота от его, блядь, что у тебя нахуй. Можем продвигаться к точке К-114. Бармаглот. Отделение, продвигаемся. ПТР. В районе метки Кварц ВТ-3 находится очень много противников. В районе метки Кварц ВП-3 находится очень много противников. Сейчас мы движемся в район метки К-114. Там мы будем открывать данного противника. Курган. Это да что за тело бежит за командиром? Как у него ник? Не могу узнать его в гриме. Ты, да. Брал, ты. Я! Что хотел? Там тебя бормогло. Я его не слышу, блядь. Сместитесь на правую, на правый склон горы. Принято. БТР, езжай по правому склону горы. Блять, меня прям хлокочет, мне хочется разнести тут все нахуй. Словесно. Даже такие элементарные вещи, как, блять, преодоление маршрута, блять, то есть марш от точки высадки безопасной, безопасной точки высадки на до ближайшей, блять, вейпоинта 1, блять. Элементарно это сделать, блять, так же, как, блять, ну, по красоте, блять, так же, как, типа того, в жизни организовано, то есть, ну, люди это не способны, блядь, вообще абсолютно. Кто где, куда, зачем, блядь, похуй, блядь. Так, от меня оторвались, увеличим скорость, блядь. Продвигаешься на ретерка 13,
сильно кипит, блядь. Что можно сказать, блядь? Уж громко это сказано, мой воспитанник на начальных стадиях, блядь. Игрока в Arma 3, блядь, перешел на темную сторону и стал, блядь, педерастом рандомным, блядь. Это кто там, блядь, ложится нахуй? Почему они легли, блядь? Уже ли они опасность какой-то вид, блядь? Точно, блядь. Эй, что-то мне метра дистанция. Вот они... Они видели опасность, легли, блядь. Почему не было информации по рации? Район К-16. Ставим одиночный огонь. Контролируем, чтобы БТР нас не раздавил в хуяму. Малыча видит, блядь. Работает ориентиру К-16. Противников оптика. Можно указывать БТР и стрелять. К-16, тот район. Куда ты смотришь? Блядь. Ты скучковались, я приму решение позволительно бойцам увеличить площадь для поражения вот допустим для увеличения станции. Кер проехал, меня теперь не раздает, будет держать. Блять! Ну, блять, все обойдется там, ну и чё, утром, блять, по каре. Отделение, перемещаемся на левую склон. Хуй там плавал. После первого, блять. Вот это что будет? А, это команда. Я понял. Сейчас друг будет. Отлично. Нихо. Заряжено. Горит парц 1, на метке берил 1 ВП-3, нету противника. Ага, блокпорт нет. Заделил до хуя, блядь. Где все? Где все? Да в пизде, блядь. Нам что, ожидать? Отделение. Блять, что сюда прилетает уже Урал, аккуратнее. Я знаю. Дистанция позволяет полетичку, блядь. Вы хуйне. Никто не сказал, что придет. Кварц 1, начинаем движение. По левой, по левой. Эй! Мужики, блядь, вы чё там уснули нахуй? Впереди наш, блядь. Частота еще актуальна.
Кумарец 1 находится на метке 5-13. Ориентир 500. БТР принято. Прокатывайся к метке К-13. Один. Предлагаю продвинуться на метку горел 1 ВП-3 по левому склону горы. Противник оставил укрепление. Так точно. Отделение остановки. Выждаемся там. Бля, если обстрел, ну это хуёвое место, ну ладно, похуй. Это хилось мысль, блядь. Слово, наш взводный мир. Каким образом? Его придавило КамАЗу. А кто взводный был? Какой был? Крым Салин. Понятно. Отделение, продолжаем движение. Я даже не хочу спрашивать, какого здесь хуя здесь делали КамАЗы. Урал, что, у тебя опсики нет же? Чего нету? Опсика, понял, повтори, что? Опсика, бинокль, что-нибудь. Нет, у меня стрелок, конечно. БТР. Посмотри, нет, нравится, ВП-3. И ближайший. Господа, у какого из кварцев находится АГС? Кварц 3, где он находится? Я несколько раз сказал, бери ВП-3, чисто. Вот АГС работает. Мы подходим к этой метке. Ну, походу, по блокпосту, да? Да, по блокпосту ебашит. Ну, там же никого нету, блядь. Молодцы все равно. Принимай команду. Просто кто-то спешит или кто-то опаздывает. Но АГС тяжело наводится, то, что могут возникать некоторые глюки с прицелом. Они решаемы во время нацеливания, но это требует времени. Один подходит к точке. Я не знаю, они на наводке. Здесь могут быть уже сюрпризы, блокпостом. Дымовушка заряжена, 400 метров. Огонь уже. Я приложил. Где пулеметчик, блядь? Пулеметчик должен быть возле меня, вот здесь вот, пусть, блядь. Чтобы сразу, если что, блядь, подавить противника, блядь. Убить не убьет, но... Чё за хуйня? Помечает себя, гарантин. Понял, тоже верно. Белый дым. Ну, где-то, ну это не наш, блядь, наш там здесь остался. Говорит, Марц 1, белые дымы наши, мы помещаем советника в свою позицию. Ну, для этой цели можно было не дымы дать, а ракетку бы, блядь, сигнальную. Одну или две, блядь, в рюкзачок положить. Для ориентации себя в пространстве для других отделений. Там зеленая ракета или красная. Враги так знают, что мы здесь были передовой дозор. Они постреляли по нам. Даже добились того, что кого-то там раздавило КамАЗом, блядь. Отделение.
Закрепляемся в укрепе. Принято. Командир, противник, где твой... там. Принято. Где твой личный состав есть, блядь? Сзади. А чё он там делает, блядь? Так точно. Всё по плану. Пока занимай. Принято. Сейчас опять я буду кого-то тут нарублять. Ебать, блядь. Это что за хуйня, блядь? Это не фугас, блядь? Вроде нет, блядь. Ну ладно, нет, блядь. Зайди внутрь-то, блядь. Я за ним, у меня защита не должна быть. Блядь. Ты, кстати, да. Тоже лучше не мелькай. Верхолька чистая. БТР, давай, все, нам, я подберу в один БТР. Все укрепы вражеские. Давай же Бармаглон. Ёпки, блядь. Пулемёт, обернись мне. Тебе вопрос один, где ты, блядь? Пулемётчик. Опусти ствол, нахуй. Стреливай, вы чё, блядь, находились, блядь? В 200 метрах от вас, блядь. Всем остальным так и поддерживать пулемет. У вас что, с бегом проблемы какие-то? С кнопками, что ли? Не, примерно дистанция 6 сотен. Чего? Сейчас. Все хорошо, дядя Вася. Так хорошо. Возле командира остались мы вдвоем, блядь. Штурмовали вдвоем эту хуйню. Где все? Вася, я по КВ с командиром выходил, я объяснил, куда я сейчас. А нахуй мне твое КВ, блядь? Ты должен быть рядом с нами, блядь. Твой автомат должен быть рядом со мной, блядь. Проверяй, смотри, куда кладут. А ты вел. Да. Он сказал только пулемет. Смотри в разные стороны, да. Это может быть ловушка. Да. Опа, что за ящик, блядь? Выставляем. А, это патроны, блядь. Патроны американские, блядь. Дальше Бармаглот. Только не сюда, блядь. Есть какой-нибудь трассера? Чё тебе, блядь? Сердечно. Вон, смотри, видишь база, блядь. Вот вход, который... Ну, который на юге дядя Вася сделал. И справа, видишь, база просто... Блядь, дядя Вася! Вот этот блядь, блокпост дядя Вася сделал, блядь, ебать. Не видно фонтанчик. Ой, по нам стреляют, парни, ложись! Ладно, всем лечь. БТР. БТР. Дави, все укрепления. На 300. По возможности скажи дистанцию. Я на 800 стрелял, вы мне не... У меня просто ни карты, ни хрена. Горит нас один, находимся в небе, горит один, ВП-3. Нас обстреливает с укреп. Нужно ГС. Разворачивайся, ГС. Бейте на 300. На 300. По укреплениям. БТР. Работай, правее, его правый. Он стоит в укреплении. Ага, блядь. Это сейчас сука. Я слышу, сука, пойми, я тут. Надо было вот здесь поставить его. Чтобы можно было... Ставьте быстрее. Быстрее, что, блядь, кошки родят. Заряжаешь? Так, секунду, мне надо идти. БТР, какая дистанция? Сначала зарядим. Так, АГС начинает помогать по бункерам. Принято. Сбросил на землю. Далеко. АГС, азимут, 310, укрепление. Отделение. Опа, нам летит. Накройте. Сколько дистанции? Можете?
неизвестно пока что. 800-900 метров АГС. Ну 800 я работал, что-то не видит моих трассиров. БТС, какую дистанцию вы работали? Что, получается? Сейчас. Так, Билли, смотри, кто стрелял тут? Дистанция 700-800. Не могу зарядить. Давит. Да далеко. Блять, ну почему у меня отсюда кидает? Я что-то на 800 никаких. Больше километров. Серж, ты куда? Потому что я креспер назначен для, блядь, работы под обстрелом, блядь. Хорошо. А я-то балдец через меню. О, давай! Хорошо, блядь. Ух ты, в меня попал. Блядь, у нас убитый! Две погиб, товарищи, блядь. Ты боец. Хорошая новость для меня, у меня форма теперь есть. Я прилёт, не вижу на 800. Я форму этого самого не беру. Браво. Да забирай, я тебя чё, забирай, конечно. Он всё равно мёртв. Брал. А. Смотрю, они вас, скажи, что поставили, а то нам нужно наводить. А там столько фор, только форму забрали. А что сказал, что не надо, но надо выйти, что не нужно. Она убежала, Флэйм, здесь. Да я сейчас принесу бинокль. Я сейчас бинокль принесу. Все, я заключил себе форму. Ребят, поберите три жизни, блять, пулемет пристрелен вражеский. Блять, за бомбу, блять. Хоть две коробки выпустить, главное выпустите. Без заряда. Да ладно, правильно. Раз, нам нужно. Блять, кто-то уже присосался к моим патронам, блять. Парни, у кого-то в рюкзаке должно быть еще уровень. На связи. Да. Мне... Те последние, кажется, дошлите, я говорю, да? Кто меня слышит? Прием. На тех лесах мы тебя слышим, пошли бы, не бачу.
Да вы это не слышите. Ты уже на войне, блядь. Тебе еще надо. Я чувствую, что он жопу на принесли. Ну почему что мертвых принес? Сейчас он найдет, молодец, блядь. Живой. Так война идет, давайте чуть больше. Есть какой-нибудь связь с КС? А наш БК распалили, нет? Нет. У него БК есть? Да, есть. Что он нам помогает? Почему там? Он помогает уже, он подавляет все эти укрепления. Спустите сюда вещи. Парни, левый, левый. Бля, рука заболела, блядь, опять. Что-то у меня, блядь, с правым крылом, блядь. Причем, блядь, блядь, тянет нахуй, ну это начинает. У тебя сколько? Не дай бы что-нибудь защемило там, блядь. Это что там такое? Куст такой, блядь. Отстреливает. Укрепление, что такое? Повышаешь, блядь. Опять он передо мной, блядь. А, штаб, это кварц один. Взводный кварц убит. Кварц 2, кварц 3. Кварц 2, кварц 3 находится на метке, бери в БП 3. Плюс БТР и АГС. Кварц 1, сейчас пытаемся с запада обойти укрепление. Находимся в районе метки К11. Остаешься на метке, а я ухожу с кабля. Скоро связь с БТРом пропадет, блядь. Он учитывает это, нет? Горы, хуёры, блядь. Скоро БТР, блядь, отрежется от командования, блядь, будет сам по себе. Поэтому у него там, блядь, мозгов, блядь. Это все в меня хочет воткнуться, блядь. Прям идет целенаправленно мне, блядь, в печенку, в левую, блядь. В почку, блядь. Блядь. Вот все. Держ... Блять, надо подальше. Это уже, блять, схуево. Турмалин запрашивает кварц 1. На метке берил 2 ВП 2 находится наш. Хоть наш. Принь. Петр наш, блядь. Отделение, остановка, сбор. Ну, все хорошо, но где остальные?
справа. Да, ты командир. Давай здесь что-то. Всем похуй, блядь. Все пришли играть не в арму, а в что-то другое, блядь. Вот и все, блядь. Что сложно убежать, блядь, в голосовой доступности, блядь, по прямой, блядь. Не в бою, блядь, от. Все подохло очень давно, блядь. Все эти, блядь. Псевдо, блядь. Мысли, блядь, что типа, блядь. Арма тактическая, блядь. Залупа все это нахуй. Если на каком-то проекте, на каком-то сайте увидите, мы сообщество игроков играем тактическую, хуическую, там что-то там, блядь. Это пиздеж ебаный вас наебывают, блядь. Там находится укрепление противника. Сейчас Урал. Остаешься здесь. На курган. Остаешься здесь. Подавляешь укрепление. Там свои. Ты остаешься здесь, подавляешь противника на укрепление. А Лорин, по возможности, отстреляй все, что есть, также по башням. Хорошо, приступать? Во. Ну тогда с ним пытаться. Расстояние скажи. Расстояние. Метр. Погоди, стрелять пока что. Все хорошо. Остальные идем на штурм. Дистанция еще раз сколько? 500-600. Хорошо, 500-600. Стреляю по ПГшкой. ПГ-7В. Подожди, не стреляй, что ты? У меня нету никаких. У меня так ПГ. Ну все равно можно. Да далеко это для гранатомета, вы чё, блядь? Это для гранатомета не вибическая дистанция, блядь. Что-то я нихуя не пойму, блядь. Ладно. Попал, что ли? Твои стреляют, блядь, ёпты мать. Нихуя не наш. Подавляем, блядь. Пулемет молчит, блядь. Надо гори быстрее поджаться, блядь. Отсюда свои стреляют, а оттуда противник, блядь. А у меня нету нихуя, тут выполнить не мог, блядь. Мужики, стой! Впереди стреляли. Они разберутся, ладно. Слева по нам свои ебанули с запада. Да. А с севера противник, блядь. Идем, это... Блядь, домовушку проебал. Принято. Перед нами два пехотинца. Вася, стой. Чё ты? Да пошли воевать, блядь, Марк. Рюкзаки домовушку. Ну, сейчас надо F-ку, блядь, а не домовуху, блядь. Я забрал, блядь. А где остальные? Два человека остались, гранатометчик. На связи. Армаглот, ты где? Армаглот. Блять, нихуя не пойму. Пулеметчик вражеский. Ёб твою мать, кто-то пулю стрелял. Давай.
Обозначься. Блять, я очень сильно открываюсь. Стрельни еще раз, блять. Че, блять, ёб ты мать, ты своих не можете разобрать, что ли, блять, вообще, блять. Это кто там? Блять, а? Финал, конечно, будет полупустые обойми держать, но... Мужики, мужики, стой, иди сюда, иди сюда. Кто-то ебашит, короче, с юга по нам. Одиночный выстрел. Враг против, близко, на востоке, за горой, близко, племечек. Минимум два человека. Один за... Один тут... Он... Блядь! Ой, нахуй. Как тут посмотреть, кто кого, блядь, убил, нахуй. Нихуя он спецназ весь, блядь. Блядь, ребятки, ну вот я на гневе еще с первой игры, поэтому ладно, я тут нахуй ебаться не буду, блядь. И из-за того не... Эту базу нам... Где обозначены основные входы, не ясно. Ну ладно, это не ясно. Синхронность здесь. С горы начали спускаться. С горы спускаться. Вообще на горе попасть на склоне — это самое ебаное все, что можно в армии произойти. Нормального лечь, нормального переть. Эту гору надо было обходить.